Ребят, какая-то крепость стояла старая. Нашел здесь закладушку, ребята. Смотрите. О! Прикол, блин, а? Закладушка в камне. Сейчас мы посмотрим, что там у нас. Ай-яй-яй. Закладушечка. Опа. Вот это прикол. Вы только посмотрите, какая радость, а? Ребят. Вот это радость. Да. Еще записка какая-то. Ну, на французском. Ладно, детская закладуха. Мы тоже в детстве в секретики играли. Положим обратно. Все колючее во Франции, все курицы. Ребята, всем привет! Вы на канале «В поисках кладов» с Серегой. Да что ж такое происходит, ничего не понимаю. Сейчас вам покажу одно местечко, просто нереальное. Блин, да что ж такое, не могу понять, грустно лично всего. Это местечко я приглядел еще в том году. Там я копал монет, просто нереально. Я за день накапал по 30 евро, где-то мне выходило. Сейчас вы все поймете, откуда там столько монет. Там многие на каналах говорят, что там монетное поле, там вот это, блин, да что ж такое, не могу понять, что происходит со мной. Там монетное поле, там говорят, это всякая такая фигня. Монетное поле там. Я говорю, я там запарился копать, там монета на монете. И через пару месяцев мы там с вами будем копать. Пока копать возможности там нету. Сейчас вы все поймете, почему нет возможности. Да что ж за херня такая, не могу понять, что кружит прежде всего. Почему нет такой возможности, вы сейчас все поймете. Все, мы сейчас с вами посмотрим. И вы все сами своими глазами увидите, да что ж такое со мной происходит, не могу понять нифига. Что ж такое, блин, а? Что-то пошло не так, а? Блин, да что ж такое? Ой, зайцы бегают. Сейчас, ребята, вам все поймете. Ребята, извиняюсь, придется снимать против солнца. Вот он, Клондайк, будущий. Друзья, смотрите. Это все домики на колесах. Сюда приезжают отдыхающие. И здесь пару месяцев тусуются на этом поле. А днем они ездят отдыхать на океан, ходить по музеям, по всяким замкам. А здесь они ночуют. А вон еще дальше. Так что, ребята, через месяцок-полтора я здесь озолочусь. Монет будет нереально. Кольца, хирольца. Много ювелирных украшений, бижутерии. Я уж не говорю, сколько здесь будет евриков. Хе-хе. Да, основное скопление машин вон там вот будет. Там и в том году было самое такое рыбное место. Но в этом году намного больше машины, я думаю, потому что в том году вот здесь вот вообще ничего не было. Я там ходил с металлоискателем, здесь мало было находок. В основном все было там. В этом году наплыв, конечно, туристов очень большой. Бабла будет немерено. Вот мне здесь работа, ё-моё, а. Мне даже страшно подумать. Металлоискатель на мелкую чуйку настраиваю. И поверхностные сигналы пойду сгребать. Еще немножко с этого края сниму. Там дальше не видно за деревьями. Там вот все стоят, тоже машина. Хе-хе. Теряйте, теряйте денежки. Расти травка повыше. Так, вот там палаточка, да? Буду знать. Хе-хе. Ну, ребята, скоро вы увидите, сколько можно собрать бабла за один коп. На канале «В поиске кладов». Кто не подписан, не забывайте подписаться. Скоро покопаем. Пока.